А что, монеточка отказалась менять сокеты? Ну. Но ему еще на прошлом РТ гнали. РГ, кикаешь 1К звезде, Ексуронка 2. Вернись. Нет, стоп. Москва, первые песчаники. Ксуронка 2. Ой, Вэллет 2. То нам КД еще откинули они, что ли? Нет, КД висит, но короли живы при этом. Прикольно. Интересно будет, если стекло-то не будет. Блять, нужно сова нахуй. Для крита и для хита. У тебя на ДК закрыто? Закрыт груль? А что это у нас ни ШП, ни совы, нихуя нету? Да, потом будут ныть, что, блядь, не попадают в рейд, нахуй. Придут потом эти три ШПшника, или сколько их там было, нахуй. И три совы, нахуй. И будут ныть, что не попадают, Ну, он Дэригл пишет, что опоздаю. Еще может зайдет. Только он, блядь, на минут 5-7 пишет, а уже, блядь, прошло 20 хуем.
будет раскидать ридаров по пати. Первого просто нету. Еще будет, подожди. Все пишут по очереди, кидают скрины, вообще ни разу в этой очереди не сидел. Ну я сейчас 300 человек, вот 170 досиживаю. Сходу всегда захожу, даже если перезахожу в этот час пик. А с випкой нет очереди вроде. А, серьезно? А, ну значит все, меня засейбло. А это с какой випкой? С какой випкой надо, чтобы очереди не было? Четвертая плюс випка, у меня как раз пятая, понял. Не знаю, блять, у меня изначально была очередь. Потом они, видимо, переделали под випку, и я в очереди больше не видел. А, ну вот, Мелфхант, скажем так, он показывает, что это не совсем правда. Хотя да, я знаю типа людей, у которых и 30-го ялка, они все равно сидели в очереди. Двадцать плюс лоялка. Это VIP 4, это 20 плюс лоялка. Ну, элит VIP Silver, может быть, он имеет в виду. Если 10. Да, вторая, это у тебя вторая випка, это 10. Конечно, ты будешь в очередь туда сидеть. Просто у тебя очередь тоже будет быстрее идти. Бля, ДЦшника, блин, нахуй, и сову, и нормально, можно было бы идти, в принципе. В принципе, нам. Эрикалс от нихуя не отвечает. Кстати, если вообще нужна, то могу предложить сову, она там какой-то 241 или что-то такое, может, на дебафа. У него ВК закрыт. А, все, отбой, он на мейне, сейчас в РТ. Сорян. Я бы вам сходил, помог совой, но типа у меня не закрытый ВК. У меня 242 сова. Какой вывод нахуй? Надо двумя совами, совами было играть, ведь они было не на другие. Ну, он Дерригал написал, что заходит, он зашел. Я бы тоже помог, но только у меня она еще не выкачана. Да все найти, блядь, и похуй. Для бафа, блядь, и для... Я икну. Ну как-то в рейде только одна сова и там два ретрика условно и один демблок. Остальные по сути хоть фул вары, роги, локи. Заебись будет. Без гимна, конечно, хуёво будет. Ну, для этого есть ДЦ. ДЦ пока нет. Так волма один хуй мисовать будем. Так сова будет давать хит. А, она же там лапку ебашит. Там дело не в лапке, а в звездном огне, насколько я помню. И лунный огонь. Неважно. Лунный огонь. Ну, сама суть, что он дает 3% хита. Ну, как и ФП. Это и есть лапка, если что. Нет, что? Это не лапка. Это не лапка. Но я понял. Просто рука ее лапкой называют. А, все, понял. Я думал, лапка это дар дикой природы, который пафается. Я тоже изначально про это подумал. Это не лапка, это лапа.
Это не лапа, это лапища. Эригал, ты там где, блядь, пропал, потерялся? Блядь, как все долго, нахуй. Не хотите вы нихуя. Заебали, нахуй, хуйнику ты спрашивать, сука, этих пугов добирать, тупых, нахуй. Милики без магии заливаете, по собакам играете, ртдстите в песчинке, дебаф живой бомбу выносим. Дармич, забираешь полумесяц и крест, юксрон, и череп. Я труси печеньку, Войт и собак носи. Сразу не вливаем, тебе скажу, когда бить. Подожди, не пуляйте, вы у меня на месте. Ты ДЦ, поэтому пей на СПД фласку, чтобы шилды у тебя абсорбили больше. Нахуя тебе сопрот? Блядь, сейчас фласки вам разгонятся, сука. Кунг, у тебя по фласке остались? Я их и банк убрал. Сейчас. Ты раздавать банки или свои пить? Сейчас раздам. По две штуки или одну? Одной. Вот этому бомжу мне за П-фласки. И мне за СПД. И хилы с саппортом можете взять тоже. Ну, тут вы писи на груду сразу. Кроме ДЦ. Кого хуй эти короли резнулись, мне интересно, блядь. Ну, нам, в принципе, не так уж и плохо. Так вам будет отдали? Прикольно, если сейчас лута не будет. Да, но дали нам будет, лут. Лут. Мы вчера лут получили, ну, типа, все нормально было. Ну, 2к за девочка просто, но я загрузился до сих пор. Кстати, есть шанс того, что сейчас резнулся еще нуб. Можно будет чекнуть. Интересно. Мы, кстати, проверяли эту тему. Надо, чтобы кто-то один АФК остался, вышел через РТ4 на нубе, и был репут в ближайшее время. Тогда нуб там остается. Он может резнуться, даже если там никого не будет. Все зависит от того, ну, он просто может во время ребута какого-то из резнуться. Кому еще из ПД-фласки? Обмен речи, блядь, мне. А чё, БК-шных фласток нету танком? Я не даю на этот контент БК-фласки танк. Только они, на целка. Они не должны будут брать. Ладно, рыбу хавайте. Кресте стоит. Я серчи на пломах. Сразу никто не вливает. Я дам команду, когда мить. Забав...
Чего? Масло все. Да. Не надо никому искать. Масло все ебаните. Xron, подключи через этот прокси вонючий. Я через прокси сижу, но меня через обычный не пускают. У меня два АК задержка. Боже, блядь. Похуй. Полма забери и поставь его туда, на крестик. 4, 3, чтоб я эти стаки не проебал. 1. Пульнул. Молодец. Не бьем пока, не бьем. Живую бомбу выносим. Покроши набираю, Гродрич. Что-то ты там вообще никого не набираешь. Ты сейчас хулипал. Дармись, ты вообще крош убьешь нахуй или нет? Почему тебе 100 тысяч, все, бейте крош. Сальво по ФКНей. Живую бомбу выносите, не бахайте вредите. У кого огонь стоит? Что-то, блядь, забыл определить, ладно, похуй. Дермич из маунт, огонь, ману огонь дайте, прохил рейд. Все, стопнули крошу, никто не бьет. Стопнули. Полма собак отводи. РДД по олму, милики по собакам. Две собаки, главное, убить хотя бы. Вот эту хуйню и вот эту. Звезда печенька поставил. Печеньку убейте, дальше пожалуйста. Декурс магии максимальный. Пристально, давай гимнах на ману и девиант тотем ставь. Чё так по мне быстро следить? Все, играйте по боссу. Геру дать, конечно, ладно, похуй. Меня поднимите, пожалуйста, спасибо. Двое Цекра, Юксарон, Кейсбаунд. По киллеру поехали, подписал. Активен, подводи в РДД зону, собак пускай хилы на меридиане. Джагу синюю там кидайте. Не заливайте их сразу там моментально. Все опять уже по мане. Ставь фолк ТТ. Стопнули по киглеру, не бьем. Полом открылся. Собак отводи. РДД полом. Геру дайте. Вы там собаку бьете, звезду ёбните и... Вторую не вижу, какой дамажите. Ну вот печенька. Декурс. Меня не забудьте, декурс. Все, идите боссу миленьким. КС повесь, не вижу КС нового. Дермич из баум, скана сакра. Лес бейте крошу, Дардена. Девять лямов добьюсь или нет?
Его знает, да просто вас поумарим. Чего бамбу наносить? Диан, как ты так по мане садишься? Чем ты там, блядь, хилишь нахуй? Что ты там, блядь, спамишь нахуй? Это пиздец просто нахуй. Ты, блядь, за полминуты боя высыхаешь, ебать. Дерригл, дай инер по нему. Тут ты, блядь, не на... Пол, ну поехали. Отводи собак, милик, играйте по собакам. Где собаки убить? Там, мне кажется, вам не хватит 40% забить. Дэвин, сука, да это тайм. Кристиан, у тебя финда есть? Финда. Ну еще идите мы, блядь, которые мы на чергень. Не отправляю его только там по ебанскому. Он когда лок открывается, на собак отправляюсь. Милик, идите босса бейте. Вводится краю, ксуронка из баунд. Где курс? Нолма добивать, играть все полн. Где курс, блять, быстрее, магия, алё, нахуй. Блять, я сейчас сдохну, сука, на мне два стака было, блять. Вы, блять, где курсить будете на магах? Я вам, сука, сейчас четверо минусану, нахуй. Ебланы, блять, тупые, нахуй. Сейчас, блядь, посмотрим, нахуй. Там у них больше сотки у каждого. Ну ладно, блядь. Один Дерригл, нахуй, ФК, блядь, я понял, блядь. Дерригл, дай. ФК, ты ж на CSS вешал, закончился уже, блядь? Не, я не вешал. Разве, блядь? Кто мне в чате писал, вроде. Наложил СС на ФК. Я нажал. Дай Дерригл БР по нему. Тиглера бейте. Бля, что-то лагать начало жестко. Милик, идите бейте Тиглера, только от сокрушающей молнии отходите. Там она долго катится под КС. 8 метров там отходить надо. Ребахните лок. Не, Йокат, уйди, ты мне срываешь короля. Я не знаю, каким образом, блядь. Все, стопнули по Тиглеру. Прохилари. Девиант, ставь тут ТМ. Дальше Киглера бейте, идите милики, ебашите. Милики, там 3 секунды каст, как бы отходите по-братски. Давайте, добивайте, поднажмите под ДПС. Милики, бейте, не отходите. Скана, дай масак. Угу. Покрошу, поехали, РДД. Thank you.
Может, как в тот раз мне и Москве пойти Кроша тоже пинать, чтобы нас оверхилили? Кого Кроша, блядь? Слепоглазовые пинали, нахуй, а не Кроша, блядь. Кроша вас, нахуй, сразу шотнет, блядь. Ай, блядь. Нужно по своему успеть, это отбегать точно. Термич из баунд, пипала с окрая и мана огонь. Просил. Давай гимна ману пристаю на волк ТТМ. Кроша дальше бейтесь. Блять. Там, блять, стан сдох. Кто сейчас девианта убил нах? Сам умер. Живая бомба с пейси нахуй. Живая бомба бати нахуй. Найс, выходите, живую бомбу носите. Сейчас я вам, блять, поминусу. На мне, да, на мне не было, на бейсе может было. На мне, а сейчас у вас рейд сейчас ляжет, пацаны, захили. Лоуны, блять. Два раза его убили нахуй. Хорошо, добивайте быстрее. Ждите. Где-то урон по союзникам. Ну, блять, Милхант, нахуй, 214 тысяч, нахуй. Девиант, блять, 111, нахуй. Вообще похую чел. Мне не надо подводить. У всех зависло? Нет. Пролагало, пролагало уже, пролагало. У меня залахало. Слепоглазы бить. РДДМ. Москва можешь бить тоже. Один. Да, пролаги, пролаги, где-то по 6 секунд. По глазу не стопайте, бейте до конца, он сейчас сразу опять откроется. Магия, вы, блядь, вообще жмете защиту от огня, нахуй, когда этот ебучий крош там этот преисподню кастует, нахуй? Или вы даже на панели эту кнопку не выносите? Конечно, кастую. Но как маны впереди. Дополнительно. Ватсон, видимо, не кастует, не нажимает, нахуй. Четыре, девять, девять.
Бить короля, бить. Так, милики, отойдите, сейчас овца будет, отойдите. Все, Геру дали, поехали. На него КС вешать не надо? Не. Какой законченный босс, нахуй. Милики отошли, сейчас фаербол будет. Все, идите бить. Собак, заберите к твоему этих танков. Бейте босса, собак только уешьте. Рисчицу сухой шаман достанет. Волк тем. А, волк КД, блять. Девиант это. А, девиант мертвый. Ну, волк от КД, окей. Дерегл, да, и Иннер по пристену. Дерегл подкинь чей-то? Нет. Опять собаки. Босса бейте. Он пробивать начал, блядь. Еще под каплю. Секунду кончится. Цель не больно, ну по 20 тысяч бьет, ну типа, все равно до этого вообще не пробивал. Ну, наклонение, если уходит, если два раза подряд попадает, то ощутимо. Блять. Один и тот же лут, нахуй, зеркало, ебать. Ну, почти, ну. Не, там в прошлый раз голова, кожа была, по-моему. Да, да, кожа. А у вас надо оставлять в гильдию заявку, да? Чтобы вступить. Да. Да. Здорово, все. Сразу говорю, на целка сильно не надейтесь. Ну это я вам говорю, кто во втором статике, типа ДПС тут у некоторых очень маленький, так, до срока. Этот, давайте, все побежали, скипаем нахуй этот трэш. Трэш никто не бьет, забегаем все направо там и умираем. Диван по какому-нибудь локу. Главное лок, чтоб добежал. Там мы срез дадим.
танков только подхиливать. Направо заходим. Диван, дайте кто-нибудь паладину. По-любому еще. Есть диван. Уже стали пока что. Дергил, снимай диван, давай массаж. Прямо там, где стоишь, давай. Бойчик, не надо, ты, блядь, не всех затреснешь, ну. Далеко стоишь. Вставайте, резаемся, рыбу хаваем. И вот эту пачку трэша надо убить. Дорогие, твой первый каз везде. Виолет второй. Москва, первый каст печеньки. Дармич второй. Поехали, трэш, бич. Звезду первым убиваем. Громила чуть дальше отводи, он клевает. Поднимала громили, не подходите. Блять, нужен эрдру, сука, эрдру не могу найти. Целка ты имеешь? Ну да, да не только целка вообще, блять. Нужен нормальный, который кнопки жмет. На бычке-то похуй, типа. Хэми начнутся проливать. Дискон, да? Или я один завис? Бригин завис тоже. Зависло. Сука, ну. Очередь ебана. Ну вот бы королей откатило. Не, не надо, пожалуйста. Бля, где он? Че там, Кирилл, этот Велес не будет приходить? О, этот еврей, блядь, что ли? Да, 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 что он там говорил. Научит Ридгу опять играть. Пускай сначала Карвола выпьет, прежде чем зайти на новый ЦЛК для него. Учить старый будет. Пускай что хочет делать. Кнопка мута и все, у меня проблем нету. Да, это я пока что бил. Да, лучше друг Рида, да, блядь. Ты чё там, если еще был бы этот... Ой, кто он? Бронюша бы еще зашел. Нет, со старым он... весело было, нахуй. Ну, но он перехиливал всех, нахуй. Вчера Гомер, блядь, хочет на стриме, хотел этого QCQ у нас пиздить. Говорит, собирайте ему там шею, потом я его спижу у вас. Ну, Кисюку сразу же попадает на самый последнем, даже после второго статика на шее. Какая он дальше ноет, нахуй? Как он вчера там ныл в этом целка, нахуй? Лагает, невозможно играть, нахуй, и так далее.
Все в равных условиях, не один он такой, ну. Блять, к следующему, когда, блять, вторым станчиком плотно заняться, блядь. Формат заявок с вопросами, блядь. Я никого не беру сейчас гильдию без осмотра. Я чекаю профиль и общаюсь, вот. Он, блядь, не в диссе, Пускают или нет? Пока нет. Да, пускают.
Касательно вара, это варов тоже мне хватает. Всех надо тестить. Кого-то буду отсеивать потом. Вам ДЦ нужен? Да у нас ДЦ вроде есть, блять. Сегодня их нету, хуй его знает. Бля, впустила, крашнула игру и теперь не впускает. Кайф. Слышишь, Кирилл, ты в десятку не собираешься сходить завтра, допустим, если сегодня добьем все. Ходишь. У меня КД на двух персонах. Я ж помогал десятке. Одевал людей. Да хули там в десятку идти, блядь? Мы в 200, там, блядь, 220, 230, там, короче, 240, нахуй. Ну, без проблем манки закрыть, но. Просто, блядь, там случились казусы некоторые. По-моему, без вайпа на Синдре даже не было. На Синдре там в Бирсу, блядь, упирались. Ну да. По Синдре изи. Ну ты еще вроде не добивали, блядь, Бирса была нахуй. Такое. Там, блядь, ну, если нормальные 240 пати плюс, нахуй, без проблем закрывает без вайпа. Хули там эту обычку закрывать? Саруфанг тоже с первого пула падает, все ДПС нормально. И магов нахуй убрать. Хуям собачьим. Кого-кого? Магов убрать. Магов чего? Сейчас маги фаеры нормально дают. Нахуй, блядь, метка не прохиливается, маги. Ну, в смысле, еще делается ФБ-билд, они как раз МК свапают, у них есть встроенный этот встроенный саппорт, и в целом, ну, нормально. Мага ваншотает метка, там или бопается, или глупо. Там физурон, метка. Боб дают по магу. Один боб не помогает, похуй, все равно. Там ему по КД надо боб давать, по КД скидывать капли, нахуй. Даже под, ну, блядь, под каплей под сокрой упал, ебаный урод. Нихуя себе в обычке, ну тут жестко, жестко. Ну, блядь, сколько нахуй, мы на сурке это первый раз пришли первым рейдом, блядь. У нас, сука, 5 пулов подряд на мага кидалась метка. Кроме того, что лагало, блядь, так еще 5 пулов, или 6 даже, нахуй. Мы 7-го пула вроде убили, когда на мага метка не кинулась. Там, блядь, я точно помню момент, что и капля была на маге, блядь, и сакра, нахуй, и все равно, блядь, просто ваншотнула, нахуй, за секунду, блядь. Ахлыба тут метка, не метка умирает, блядь, 5 лямов от хила, ебать. А глыба не снимает метку, типа, маг глыбует, метка... Нихуя не снимает, и диван не снимает, нихуя. Я, у меня чисто единственное, блядь, то, что я думал, нахуй, как сделать, это взять его, нахуй, когда кидается метка на мага, кикнуть, нахуй, средний. Или камень возвращения, пускай кастует, нахуй. И, сука. У вас зашло? Нет. Не, ну мы когда ходили анбафом хуяли, все время один маг в рейде был бы, два, это пизда сразу. Остальные боссы, в принципе, простые. Меня впустило. Единственное, что Синдра багана. Плюс мы ее с лагами били. Ну, она тоже простая на самом деле.
Сейчас экзоуты даже делают эти все темы, будут потихонечку нерфить, ой, ну не нерфить, а чинить боссов. Нерфить боссов тоже будут, ну, со временем. Ну, нерфить будут, но не у нас сразу. Там, не у, нас там, у нас там один пул на синдре был, блядь. Нас на обжигающем притягивают к синдре, нахуй, а на хвостом, нахуй, откидывают в разные стороны людей, блядь. Нормальная хуйня. Не, а чё, нормально, задоджили. На, блядь, задоджили. Не все, нахуй, только, блядь. Люблю свою Вуду. Он нахрен сбросился. Ну, пускай потихоньку заходить. Сейчас минут 10-15 будет людей пускать потихоньку. Блять, опять этот трэш заново бить нахуй. И бежать нахуй придется. Походу. Королей не откатило? Пизда, и трэш побежал в рейд. Уйдите кто-нибудь, пожалуйста, там с инвизом. Кто-то уже этот виз кладил. Жмите там инвиз, бойчик. На создать. Спасибо, не успел создать, понял. Босса сейчас пулишь. Блять. Ждите пока. Не резайте никого. Ну, чтоб все зашли. Сейчас посмотрим, что у тебя вообще. Что у тебя по профам? У меня? Да. Юва, наложение чара, инжа. Ну, ты без випки, да? Да. С випкой взял бы портнягу. Нахуя тебе портняга на ДЦ? Не портняга, ну, который кожаничество, там личные бафы, да, есть. Типа, кажется, считается наложение чар, слышал. Ну, КЖ-вка, ладно, да, там можно, типа, баловаться на суппорт, но это больше танковская. Хотя там выбор не особо, у тебя ты основные, в принципе, взял уже. Алхимия дешевле. Ну, лучше на алхимка, блядь. Это типа... фласки больше. Фласки и суппорт лучше. Да. Да, типа, попрофить него. И 5к голды, чтобы качнуть максимум. Блять, опять нахуй, 4000, блять, задержки ебаные, ну это пизда. Чё слагаю, нормально. Дайте рез, пожалуйста. Блять, что за нахуй прогружение себе, блять? Алло, блять. У тебя мейнспек ШП, что ли? У меня? Угу. У меня второй спек холик. Третий спек уже почти сделал на ШП. Ну нахуя у тебя тут эта шея, блядь, с меткой все? Ты на статы, типа, нету, что ли, другой? Чтоб шаг вам попадали, блядь. Ну, гениально. Прок СПД. Так, чё у тебя по билду? Блядь, лагай, да. Пускай это дисконит, мразь, нахуй.
Талант тут себе мне не нравится. Вот эта вот хуйня, типа, вообще не надо. Вот это бесполезный талант. Отпущение? Да. Нет, я очень просто часто юзаю. Я его меняю иногда, когда нужно захил. А так я просто... Вот сюда можно, вот сюда можно единичку сюда вкинуть. Да. Это тоже хуйня. Лучше обновление. У меня обновление это. У меня остальное, обновление. Остальное, в принципе, нормально. Пару талантов тебе перекинуть в любом случае надо. Что ты, Экстронка, заходишь, ты один остался? Я захожу, меня дропает обратно, понял? Так, короче, все так же, пока ставим первую звезду, вливаемся. Поехали, быстрее, трэш надо убить что-то. Не ФКшим, давайте, поехали по трэшу. Блядь, танки, вы чё там? Ты сбиваете, ребят? ТРГ, печенька, первый каст. Дермич, второй каст, печеньки сбивай. Ну, звездочки сбивай, блядь. Я не помню, нахуй, кого я ставил, блядь, но вы не сбивайте, нахуй. Печеньки никто не сбивал. И обновление снимай. Да что у тебя, представь, вообще по опыту? Что ты до этого, где там вообще играл, закрывал, что? Опять дропнуло, да. Сейчас я VPN включу. По опыту закрывал ВК-25 и ВК-10, ну, то есть все рейды, кроме ЦЛК-25, ну ЦЛК-10 обычку закрывал. И РУ ХМ не закрывал, только магику закрывал. Ты играешь только на X4? До этого вообще нигде не играл? На X3 давно играл, но я там вообще, по сравнению сейчас, я тогда вообще, можно сказать, 0-0 там был. Потом я обратно ушел на ОВФ и обратно сюда вернулся. Вижу, что во втором сезоне творится, и в третьем я уже окончательно покинул. Может, где-то полгода играю здесь. Или 8-7. Есть. Да, Shadowlands первый сезон я долго играл. Во втором меньше желания было. На третьем я уже больше не вернусь, сказал себе. А в Шайле какой прогресс был? Не, ну, конечно, у меня была подписка, но я ушел. Мне ничего не нравится, там уже. Все, включил VPN, сейчас захожу. Кару ХМ ты не закрывал, я так понимаю. Да, Грула ХМ не закрывал. Кару. А Кару ХМ я... До копыта дошел. О, блядь, работает нахуй. И тревогу отменили, заебись нахуй. А ты где живешь? Я в Черновцах. Но нас тут не бомбили еще, но, блядь, стрёмно все время. Ну, Джериона знаешь? Кого? Любухать. Ну, блядь. Билд вот это вот перекидает, что я тебе сказал.
Дальше посмотрим, что ты себе там представляешь. Ну, я тебе обещать пока точно ничего не могу. Буду смотреть, ну, по рейду, что ты себя представляешь. Это тебе постоянно адресовываю. Этот, как его? Блять. Пипала, насчет твоего вара. Если он не боится конкуренции, если он там будет давать больше, чем остальные, тогда ему типа будет слот. Если он будет там хуже, чем кто-то другой, то, соответственно, ему слота не будет. Можешь ему так передать. Если его это устраивает, то типа без проблем. Ну, его, думаю, устроит. У меня одного пролак. Нет. Зависло. Вот а, зависло. А, все, развисло. Развисло. Ховно только податки удар, чтобы не было. О, попустило. Бля, а можно я в ДД спекнусь, типа, и побегу, чтоб не бегать по хуйню, чтоб вам не зарывить? Да? Кто в ДД спекнусь? Ну, я на Йоксеронке, типа, я знаю, как там под печку крутить эту всю. У него понял, но я лагаю пиздано. И ты, блядь, руки закрывай, он, и нормально тебе будет. Дремич, за дерьмитри за. Ничего сложного, заходит, зашел просто и все. Конечно. Зашел в руку, встал и все. По правой стороне вот тут вот закрываешь. Он декрес примерно. Метеор будет падать, выходи отсюда, потому что умрешь. Первая и вторая пати подъебала, на ошеломляющий удар подходите. Когда говорю выбежали, значит выпекаете от адского за спину. Босса буду поворачивать в сторону печки. Отходите назад. Ну, вперед, либо направо, короче. Как будете бить босса. Босса стоим, бьем все в кресте. Рыбу ставлю, ну, рыба стоит, точнее, хавайте все. Третья, четвертая пати закрывается максимально руки, нахуй. Не так, что типа обойс там повезет, ебать там, короче, закроется и так далее. Ваничелла и ФК в кресте оставьте сюда своего этого, блядь, пета. И посматривайте за ним после адского удара, его нужно будет подхиливать. Че, мне врезли? Прямо в крест его поставьте в угол. ФК и этот, и Ваничелла. Да, ты врезли. Да, могут стоять, в спину бить, улипало его, только подъебало не подходить. Нет, вы уходите оба, и ФК, и Ваничелла, вы уходите, но оставляйте пета просто в кресте. У нас как раз вот 10 человек будет с вашими петами. Так, петы вроде сейчас не работают, не? Не работают. Метеор по фрейму падает или глазами смотреть? Метеор, блядь, летит сверху, но смотри, как это. Он короче, задевает вот такую колею. Вот от песчинки до креста. Не выйдешь с этой хуйни, ты умрешь. Остальные никто в эту сторону не идет, нахуй. Где-то вот тут вот, где я прыгаю, рукам будет. Метеор летит вон. Блять, сверху налево по камеру увидишь сам вверху. Угу. Как в Каражане он падает, типа того, да? Как у него, блядь, ник у этого вара, то я реально. А он не в онлайне? А там очередность или все закрываю похуй? Да? Тебе поебать на танке. Кто закрывает, ну типа там кидается дебаф на минуту. Типа там можно потом только закрывать под диспо или какую-нибудь хуйню. Давайте расчленно по дебаф и поехали. Напоминаю, первая и вторая пати под ошеломляющий удар подходите под ебало. То бишь прямо в крест становитесь. Либо можете сразу стоять в кресте, если вы рак. Первое, второе пати? А, я понял. Да, кроме локов, блядь. Локи вы петов оставите.
Остальные 3-4 закрывают эти руки. Отчет дал, поехали. И уйдите там, где я печеньку поставил, потому что будет плохо. Геру дали фул ДПС. Я печку уже словил. Под ебало подошли. Возле печеньки закрыл там сзади руки. Ебало быстрее. Авель, блядь, сбрось игру. Бойничек то же самое. Подъебало. Подъебало. Блядь, да сай нахуй. Ушли, ушли, ушли нахуй. Я под руки попал. Так вы смотрите, замедленно. Когда руки аккуратно, блядь, закрывайте нахуй, чтобы такой хуйни больше не было. Окей, сорян. Подъебало. А, вот он, давай там. Подъебало. Агония тут не пропадает, да? Нет. Не, пропадает тут. Но с той стороны, где огонь, там руки уже не появляются. Я понял, мне ФМ пишет, я уже там. Помогаешь там в центре, пока огонь не пропал. Там если что, да? Контролируешь, когда огонь пропадет, может столько там появится. Подъебал. Ты, блять, прощил меня, нахуй. Хулипалы, вы подошли мне еще удар, сразу хулилайт кастуете, нахуй. По мне. Подъебало. Прощил. А шуманов можно тотем на каст? Подъебало. Сейчас еще раз один раз подъебало уходим, потом уходим все за спину. Все за спину, никто не подходит до адского. Под лицо. Я босса поверну. Сейчас адский должен быть. Угу. Подъебало быстрее. Крест. ПК захилите? Похил меня. Эсбаун даю, подъебало. Блять, не все подошли, ушли. Сука. Не слакайте так больше, пожалуйста. Подъебало. Милики нахуй. Стойте в кресте, если вы не успеваете. Блять, уже 3 этих, блядь, 30%. Да хуя. Волк сохнет. Гигант высыхает. Кристианы, гимном ману, волк тотем. Девиант тоже тотем стоит. Подъебало. Подъебало. Блять, хиката нахуй. Ну, блять, вы заебались этими руками в хуйню пороть нахуй. Вы если, блять, ну, тупые нахуй, не видите этих рук нахуй, стойте под кресте все время нахуй. Бля, 4 стака уже нахуй. На 50%. Подъебало она.
Ебало. 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 Все, ушли все за спину. Дай мне сейчас, я скажу, когда зубы наш по мне пристрелил. Сейчас будешь давать. Давай зубы, зубы, зубы по мне. Все, отлично. Ебал. Дерригл, дай иннер по скайне. Подъебал. На баллон пошел. Ебал. Ебало. Замените руки. Руки, 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 руки. Кана, дай сокру, скана, дай сокру, подъебало все быстрее. Блять, ушли. Ебало. 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 Вниз. Ух ты, блядь, больно нахуй. Завис, завис, я красный. Справа руки там закрывайте, если после метеора. Подъебало. Сова тоже лагает, да, вижу, сова что-то. Ебало. Ебало, дай по мне каплю и бабл нажми. У меня зубы есть. Пока не надо, каплю просто. Под ебалом. Дабл урон пошел, добивайте масс. Под ебало подходить больше не надо. Бьете просто за спину. Зубы дай. Не, босс разочаровал прям. Думал, Саш, не будет. Э-э-
ебаните кто-то скрин рекаунта, а то скипетно забагался в гичат в дискорде. Так, сначала рольте, у нас там один этот есть. Пук. Все, вырыли наш, окей, второй токен. Плащ, я так понимаю, тебе нужен. Окей, дальше. Детектор это наш говно, наш там меч, в принципе, все. Окей. Делайте ставки. Че он крыса, у него 245 плащ. По факту он тут лучше. Который еще у него. Сейчас можно поменять. Ой. Совершенно реально. Три, два, один. Вели от обмен. Второй так и делать ставки. Спайси обмен. Плащ делать ставки. У тебя один сказ, бойся. То лучше бы престол дали. Шаман, не позорься. Ну чё, у него, блядь, 232-й. Он дух, духовой шаман. Ну и что? Ему главное поставить аршам, как бы. У него хоста, у него сокет. Ну, кстати, больше. Ну. Как бы. Альтернативы не так много, на самом деле. Типа, лучше Столгорода, конечно, но, блядь, ты заебешься его делать, чтоб еще и соки там. Давай, обмен ДН. Да шлем не этот говняный нужен кому-нибудь. Хелсайду. Бариген, давай, ты сегодня заменяешь его. Наруч. Че у нас дальше, что-то будет, нет? Целка еще будет, чуть-чуть.